Привет, друзья! Вот наступил момент, когда мы уже можем создать вместе с вами программу антистресс для населения всей страны. Потому что у нас есть уже принципы, правила для подбора индивидуальных приемов, которые снимают стресс и выводят человека на естественное, нормальное состояние покоя душевного и вдохновения, который каждый человек может подобрать по этим принципам и правилам лично для себя в соответствии со своими индивидуальными особенностями исходного состояния, задачи, цели. Но такого раньше не было, потому что это сегодня 21 век, во время ускоряющихся ритмов, когда у людей мало времени заниматься долгосрочными программами, надо быстро принимать решения, надо быстро снимать стресс, выходить на творческое состояние. И здесь как раз-таки научный метод. Он заключается в том, что впервые сформулированы эти принципы, правила подбора индивидуальных приемов упражнений для каждого человека. Каждый человек индивидуален, и поэтому старые методы, где надо было пошагово осваивать какие-то упражнения, следить за качеством их выполнения, нужен был гуру, тренер и так далее, и все зависело от мастера, с которым вы работаете, от группы, в которой вы находитесь. А здесь в любом месте, в любое время вы посмотрите эти принципы, правила и примеры этих упражнений, как люди подбирают себе приемы по этим критериям индивидуального подбора, и научаетесь быстро управлять своим состоянием. Когда вы снимаете стресс быстро, у вас включается внутренняя аптека, эндорфины, другие гормоны, повышается стрессоустойчивость, а сам процесс подбора приемов путем их перебора, по критерию индивидуального соответствия, которое там дается, это наука, это научный метод, ключ. Там и синхрогимнастика, часть этого метода, где каждый человек подбирает себе упражнения, синхронные с его текущим состоянием, и поэтому быстро снимается стресс, нервно-мышечные зажимы, и человек выходит на состояние такой внутренней глубинной уверенности, что те задачи и цели, которые он хочет себе планировать или мечтает о чем, вполне ему доступны. А сам процесс перебора этих приемов и упражнений развивает креативность мозга, развивает способность быстрее находить неординарные даже решения в условиях неопределенности, в условиях диких напряжений, когда мы не знаем, что и как делать, когда суета сметает наш мозг. Мы можем даже выходить с помощью этих принципов, правил, которые действительно делают науку, чтобы каждый человек мог из этого смятения выходить на состояние безмятежности и настраиваться в том направлении, в котором он сам хочет. А при этом он сам себя и познает, и развивается у него самоосознание, самоидентификация, улучшается способность мыслить. Таким образом, поскольку это наука, она теперь и позволяет всем научиться, каждому подобрать себе именно то, что индивидуально вам подходит. Давайте будем теперь создавать эту программу. Мы это сделаем быстро, потому что метод сам утвержден Минздравом СССР еще в 1987 году, создан в Центре подготовки космонавтов в 1981 году. Рекомендован был и Минздравом, и Минобразованием. Тут все законно, формально утверждено. И поэтому, поскольку это все апробировано в самых разных областях и сферах жизни, и для лиц опасных профессий, и для лиц творческого труда, сейчас и для сдачи ЕГЭ, и для подготовки к соревнованиям, все люди смогут подбирать себе приемы, которые снимают стрессы и позволяют человеку выходить на состояние глубинного душевного покоя, уверенности в себе. Лучше сдавать экзамены, лучше соображать, принимать решения в очень сложных ситуациях неопределенности. Потому что старые программы, да, в этих условиях быстрых перемен, просто люди не успевают их освоить.
Потому что там нужен гуру, мастер, и все зависит от того, какому учителю ты там попадешь, по этому цигуну, по йоге, медитации. А здесь критерии индивидуального подбора, и впервые сформулированные, и проверенные на многих-многих людях, на тысячах, на сотнях, на миллионах людей за много лет, принципы и правила подбора индивидуальных приемов. До встречи, друзья!